Нормально. Да что ты, блядь? Пожалуйста. Зачем тебе? Ой, пожалуйста, нормально, прям. В тот раз, когда я в бар сходил, мне мало он чё? Волосы мои испортил. Вас единственный мастер в Казахстане, а вы идете черт знает куда. Нет, по работе там. По работе был. Если бы не косяковал, всегда бы стригся нормально. Я, понимаешь? Я как косяковал. Ага, как ты косяковал. Как вы все косякуете? Всякую херню, блин, гоните, приходите, черт знает во сколько. Вот как тебя подстригли, классно. Жопу сделали. Особенно мне твоя челка нравится. А вообще идеальная. Как раз мужская прям, для мужчины. Даже бабы, блядь, такую челку не носят. Господи, прости мою душу, блядь, кто вас этот учил? Я месяц назад стригся, вот месяц назад кепку купил сразу, как вышел. Капец, блин. Да закрыло это солнце, блин, забываю все время жалюзи на дверь. Не закрыла, прикрыла. Ты там что же живете? Да. Что вас не видно? Так я ухожу во сколько, прихожу во сколько. Ну, в тот раз пол седьмого, да, это я вас... Утра. Да. Ну. Представь, я во сколько с дома ухожу. Угу. Пол седьмого я шла уже возле тут, вот недалеко четвертая школа, а ты мне говоришь. Завтра у меня то же самое, запись сравнивает. Я так думаю, вы, не вы. Я еще в красных лосинах была, да, раньше? Не помню. Ну, помню, что орёт, блин, я голову поворачиваю. Да, руки, руку поднимешь. Ага, я тебе говорю. Ну, что, блядь, все на меня смотрят с машин, блин, как скажут, вот стерва не здоровается, ей там молодежь кричит, а она пенсионерка идет такая. Да по улице иду, женщины останавливают. Ой, вы же парикмахер. Здесь стою на улице. Утром. Еще тогда курила. Я же не курю, бросила же. И эту одноразку купила, но я ее вообще не курю. Я даже не поняла. Я сегодня мне, сейчас мой дядя Бакенович мне говорит. Она вот так была, я ее когда купила. А он говорит, Оль, ты не открыла. Я ее вот несколько дней. Прям? Не, вот эту хрень. Ее надо вот сюда, да? Наоборот, она вот тут тогда была. Посильнее будет. Нет, она вот тут была слабо. Вот я ее да? В течение недели я уже не курю. И ее я редко-редко два затяга в день. И она у меня здесь была. Я ее сюда сделала, как дым пошел. Мадьяр Валентинович говорит, ты дура, говорит, ты что курила? Я говорю, не знаю, говорю, целую неделю, говорю, я ее два затяга в день сделала, мне не нужна, я ее вообще домой даже не беру. Мне вообще не нужны сигареты, оказывается. Уже не курю неделю, прикол. Я даже не знала, как она это функционирует, блядь. Нормально, думаю. Вот так. Такие дела, меняемся. И женщина мне, блядь, кричит. А, здесь стою, курю. Включилась? Нет. Хуя, блядь. Я ее отключила от зарядки, думала, она на зарядке сдохла. Ну, сдохла. Она вообще не хочет. Экран подсоединили, а он этот, отклеенный. У меня точно такая же. Поднимается. О, они мне так сделали недавно. Я тоже. Примерно два месяца назад, грубо говоря. Грубо полтора. Где делали? Я не знаю, куда она выносила, блядь. Где-то здесь, вот на базаре, наверное, где-то. Я на Арбате сделал. Отклеенный экран вообще, он прям вот отходит. У меня точно такая же. Когда звонят, экран черным становится. Да? Так она вот, она не включается, я тебе говорю. Когда вот так экран подниму сейчас, будет работать. Сейчас зажала в тиски, она боль-моль. Ну, сейчас подхожу черная, она сейчас включится. А если я сейчас сумку уберу, не будет работать. Пошла в магазин, захожу, говорю, здравствуйте, а можно яйца? Ой, дайте мне еще йогурт, говорю. А она у меня, сука, не включается. Ё-моё, новый экран, блядь. Так стрёмно было, хорошо наличка с собой была, блядь. И говорю, я наличкой отдам, что-то телефон сломала. Пока шла, думаю, вот стремняк. Хорошо вот были деньги, а если бы не было, вот позориться стоять, блядь, соточники. Сашке вообще нельзя давать сотку делать, он не умеет. А может, она к нему и носила, ты знаешь, мне не сказав. Скорее всего. Ну, девчонку одну попросила. Скорее всего, она, потому что она с ним общается, она к нему и это...
Потому что она прям так это, долго была, хотя сказала вот здесь вот где-то. А ее в тот день она прям ушла и пипец, знаешь, пропала. И еще ей такая, говорит, ну ты что так долго, блядь, любого телефона? А она, да нет, я прям быстро, ну ни хера себе быстро, больше часу, блядь, ходила где-то, относила. Да-да, это значит он делал. Отклеенный край, вообще ни дни, этот, господи, я думаю, вот работники года, блядь. Мои волосы сильно испорчены? Прилично. Сашке, блядь, вообще нельзя доверять, блядь, телефоны. И у него и цены завышены. Чересчур. А ну да, потому что этот телефон я до этого делала, с меня взяли 15 500. А в этот раз взяли 20-ку. А я за 12 взял, не знаю. Ну, дешевый у тебя телефон. Ну, у меня тоже опа. Что, блядь, странно. У меня 14-й-то есть, но жалко сюда носить, блин, этот. Волосню засрется. А я же на профессионалку снимаю. Вы что думаешь, что эта сотка тянет снимать? Тёмно, блядь. Там ничего не будет видно. Не знаю, что вы стали звездами благодаря мне. Ну, стричь не умеют совсем. Ни наши барберы, ни карагандинские. Отдыхай, короче, мазёва. Не, она сейчас, может, постоит без зарядки, включится. Я из-за этого я тебе не отвечала, она никак, ни в какую. И если я бы дальше начала переписку читать, она меня вообще сдохла. Я из этого уже не читала. Думаю, что за чувак, пусть оплачивает, ладно. Там будет видно, думаю, что за чувак. Сегодня не до вас, мне сегодня налоговый комитет с меня. Проверки готовьтесь. Налички ладом? Андрюшка, папа. Ой, блядь. Ненавижу клиентов со своими электронными деньгами. Я ж тебе говорю, полгода уже. Ты чё? Ты же купила это помещение. Ну, купили. То что было? Тут кого только не было, мать. И барбершоп был. Вот. И обрезание. Сегодня приходят и говорят, а мы не поняли, а где обрезание? Мы, говорит, 2 месяца назад здесь обрезание делали. Я на них так смотрю, говорю, в смысле?
Нет, тут уже полгода. А я, блядь, где тогда была, если вы тогда обрезание делали. Так нет, не так давно, недели две назад женщина пришла. Я не поняла, где ученический центр? Я ей говорю, в смысле? А она мне говорит, я сюда внучку водила месяц назад. Я чуть, блядь, не упала. Я говорю, женщина, какую внучку, блядь? Какой ученический центр? Потом, блядь, звонит кому-то. Заходит, ой, извините, оказывается, говорит, я дом перепутала, блядь. Я чуть не упала, ну нормальная, блядь, женщина. Никакие только не заходят, блядь, что только не хотят, блядь. Уж думаю, блядь, обрезание начать делать, раздеваемся, обрежу. Вам как, сверху или снизу обрезать, блядь? Ой, какие только не заходят, чувак. Обрезание, что ты готовый бизнес, по идее? Да, вот и все. Лезвие есть, что там, опаска есть. Успокоительное купить? Успокоительное, как тресну тебе, будет ему успокоительное, блядь. Ай, ладно, надо соткой ловить. Да, из этого не отличалось, что люди долго, но вообще никак. Что, наверное, не знаю. Ладно. Так, ну как это тебе создать, создать? А, еще сумпак взять, они же до 8. Кажется, да. А? Кажется. Ну, не до восьми, не надо успеть, супак же. Все, голову морочу. Посты возьму, пусть залезть. А это, наверное, все делает Сашка, скорее всего. Я тоже так почему-то сначала подумала. Что она говорит, я его ждала, мастера, я еще думаю, странно. Тут на базаре пацан, он быстро приходит, ну, как рано. Думаю, странно, как-то она его ждала. Ну, не может быть такого. Значит, Санька, значит, он вообще не проклеен. Клей открылся, я вот смотрю, только сверху наклеена. Как они так сделали, а ты к нему что, не сходил? Кому? К этому Сашке казать. У меня же не Сашка был, у меня который в Арбат. Не помню который. Помните, в Арбат заходили на... Ну, Сашка. Сашка, ну я имени не знаю. Короче, он мне резинкой сделал, сказал сутки не трогать. Я две сутки так оставил. Сашка делает. Бесполезно. Уже экран отваливается. Ну, он меня полностью... Я уж вчера вечером подумала... Клей купить с половиной, проклеить. Я тебе честно говорю. Не, надо думать, херня какая-то вот отходит. Экраны не функционируют, не прилагают. Макимару тоже, да? Пожалуйста. Господи, где ты находишь таких у меня клиентов? Можно мне, пожалуйста, нормально? За границей там откуда он есть. В Арбате уже народа не стало ходить, ты заметил? Но. Прям заходишь, тухляк. Правда, выздоровел. Прям заходишь, тухло. Да. Там еще в магазин уехали, да, там, которые внутри? Там помещение пустое почти. Вещи. Нет, которые продукты. А, выехали? Да. Которые прям заходишь, перед тобой стоят, а-га. Там вообще, там их нет. Выехала? А шашлыки? Шашлыков не знаю, которые... Сразу, как заходишь, шашлыки были. В бок заходишь, продукты. Продукты чуть-чуть остались, короче, там, новенькие, кажется. А именно шашлыки съехали, которые прямо передо. А-а-а. Ну, не идет нихуя там. Я тоже из-за этого и выехала. Неудачное место.
сожалению. Здесь отбоя нету от клиентов. И проходящие деньги, залетающие. И старенькие что-то стали возвращаться, ничего не пойму. Стареньких вернулась. А, ТикТок я сейчас Нурзака выставил. Пошел нахер, блядь. Он у меня в Инстаграме. Ты сегодня не снимала, что говорит. Он меня... Вы же еще в Телеграм забиваете же, да? Да, я... Да, я сейчас в Телеграме видео. Я сегодня его выставлю, точно. Мне надо быть здесь, да? Что ты делаешь? Я вчера тоже с ним на хорошее поведение. Тоже будешь звездой ТикТок. А вы что, ТикТок загружаете? В смысле? Вы же сказали звездой ТикТок. Ну? Вы ТикТок загружаете? Конечно. Вы только Телеграм знаете? ТикТок? У меня американский Ютуб. Ютуб российский. Российский Ютуб. Ты что? В Казахстане я единственный мастер, у кого Рутуб канал и Ютуб канал. Я звезда мирового масштаба скоро стану. Меня ранее смотрят, меня пишут в комментариях. Переехать или дома? В смысле, я жду школу. Я закончу, поедем в Астану. А вы в Астану? Ну, старшая у меня в Астане. Живет туда. Потом посмотрим. Я у меня две квартиры там есть еще. Подстригать людей за копейки. Мне осталось совсем чуть-чуть. Ой, я скоро буду зарабатывать доллары, евро. Ладненько. Какие-то яросылы будут писать, я буду... Фу-фу-фу-фу. Сосед на мерсе. Стою и думаю, блядь, что за мэр? Белый пишет, да я думаю, нашел что сказать, блядь. Я как будто помню, какой у тебя цвет машины. Господи. Я марку-то не знаю машины, блядь, не никакую, а он не знаю. Ты цвет пишет, думаю, вообще больной, что ли. Я такие вещи вообще не запоминаю. Мне там хлама в голове, блядь, побольше, чем надо, блядь. Я еще цвет машины должна запомнить. Е-мое. И название самое нашел, что я не думаю, мне там написали. Что, лысый пока? Не сильно. Ну, не ходи, как дурак, господа.
Ну, сюда закладывать, я забываю. Сука, надо записывать старейшую историю. Ну еще рассказывай. Ничего. Где пашешь? В лагере. Где? В лагере. В смысле в лагере? Вожатый. Чебанутый? Попросили. А что, на завод пойти работать? Не беру. Почему? Кем учишься? Что за специальность? Физру. Ты же, блядь, учился в школе, это печивка. Я ж тебе говорила не о том. Учился. А ты ж хотел учителем стать, а чего не пошел? Долго объяснил. А? Долго объяснил. Ты не хотел. Че так? Извини, какой учитель? А зачем учился? Хотел потом тебе хотел. На РМЗ сходи, а потом с РМЗ переведешься. Ну там берут. Я уже тесты сдавал. Где? РМЗ это отдельное государство, ты чё? Там Леонова Ленка. Мастер, на главный. Не мастер. Не, ну я бы тебя тоже не взяла, я тебе честно говорю. Ни при каких обстоятельствах работать на завод. Вопрос, почему? Блядь, знаешь, долго объяснять. В трех словах. Дурак, одним словом. Понимаешь? Ну тут у себя спроси. Распиздяй. Как тебя взять на завод? Ты что, завод встанет с твоим приходом? Четко объяснила, да? Кратко, прям понятливо.
Очень да. Доходчиво, да? Меня отвечает. Спят вдвоем, отдыхают в отдельности. Че ты? Надо же для тебя доебаться. А то ты орешь на всю улицу, Ольга Леонидовна. А, я тебе не рассказ, ты курю же блядь. Казах мужчина идет и кричит. Да вас знаю, вы же Ольга Лебедева. Я, блядь, чуть не упала. И я на него смотрю, говорю, а вас везде смотрю, говорит. Ага, и вчера, тоже вчера идем, мне так мужик опять на встречу. Остановился, улыбается. Ой, блядь. Здесь Балхач знает, здесь из Казахстана. А что ты к нашим барберам не пошел? Ты ж где стригся до этого? Ну, Хасранский. Тебе ж хорошо было. Ну, ничего. Че, тебя так никто не подстригал, да? Без лекции. Вообще нахуй, сука, ебучая. Падла, блядь. Ой, блядь. Что-то придумать. Здесь склею, сейчас склею. Ну, стой. Не, ну может работать начнет, блядь? Да, нет. Не будет? Беспорядь. Не, весь телефон, это ты чё? Кузю бороду чё? А бороду оставляем. Конечно. Надо было тебя снять всё-таки с Кузей. Стой. Ножницами. Кого? Я дома сделаю. Бородку вот эту, да, смешную, господи.
Кому-то нравится, кому-то нравится. Что может нравиться-то? О вкусах не спорят. Так, если я вообще-то заказала, что я не заказала сюда сегодня? Шампунь заказала, воротнички заказала, воск заказала. Я забыла, что-то еще вот завтра краску заказала, завтра придешь, блядь, и это вспомнишь. Это уже не надо будет. Когда понадобится вспомнить. Да, здесь ничего не продают, видишь, что там, чем я пользуюсь. Они продают китайское или там такую косну, ну, вот это, что я вообще такое терпеть не могу. Не то, что китайское, но дешевань вот эту. Нахер не хочу я, блядь, пользоваться этой вот ихними шампунями дешманскими этим. Бальзам для окантовки. Ой, вы вот на этом подвале возьмите в дом торговли по 800 тенге. Ну тебе, блядь, надо, ты возьми. Хоть по 300, блядь. Я уже привыкла к этому профессиональному, блядь. К нормальному. Лезвие, видишь, какие барберовские сейчас беру. Потому что все остальное такое, ага. Невозможно, блядь. Спору нет, ну. Ольга, здравствуйте. В телеграме сидит чувак. Возьмите меня. Хватит на меня отбиться. Что я вам сделал? Он пишет, ты мне в прошлый раз, я тебе написала, оплачивать 3000. Ты что сказал? Ого, я сразу не буду платить. А он говорит, 10 000. А что я 3000 стрижка? Я ему говорю, евро. Блядь, ты знаешь, какие... Тут только не бывает. Не охуяюсь, где у нас. Идти к барберам кромсаться, блядь, за 3 500 это нормально, блядь. Прийти обалденно подстричься, блядь, это дорого, блядь. 15 сделаю, блядь, потом вообще не будет все. Не, у меня есть пацаны, как тоже класс. Да ты на таких. Чёрка, что, накосячили, что ли? Нет, самишки тут уже, блядь, постоянно. Уже так у них заведено. Традиция. Ой, какой мальчик! Чей мальчик? Урод в жопе ноги. Thank you.
глазами, блядь, уходит, красавчик, надо же. И мне нравится, как он падает у тебя. Нравится? Ровно, смотри. Видишь? Ты не женишься, придурок. Да. В смысле рано? Потом уже будет поздно, и останусь только я. Знаешь, да. Ой, блядь. Ты же меня не потянешь ни материально, ни морально, зараза, возрюхненько. Сожру, блядь, сразу же. Что, слушай, на твою.